С самого начала на площадке разворачивается нешуточная борьба. Дошколята соревнуются в скорости и ловкости. Их задача – намочить губку и, не пролив ни капли, выжать воду в ведро. Команда, которая наполнит емкость быстрее и станет победителем конкурса. Так в 91-м детском саду отмечают День Нептуна. Мальчики и девочки поливают друг друга водой и получают полезную и интересную информацию. Главный герой праздника, Нептун, рассказывает детям о правилах поведения на воде. Этот день мы приурочили к водным процедурам, связанным с гимнастикой, чтобы разбавить будние дни детей и устроить им небольшой праздник. Нептун пообещал ребятам, что после полудня пойдет дождь, и сдержал свое слово. А также пожелал малышам всегда быть здоровыми и счастливыми. Анжелика Степанова, Александр Лихачев, Новости НТР.